предстоящие выходные синоптики обещают Красноярску легкое потепление. Столбики термометров, державшиеся всю неделю ниже нуля, чуть-чуть выйдут в плюс. Так, в субботу днем столбики термометров покажут около 1 градуса выше нуля, при этом ночью около 5 со знаком минус. Чуть теплее в ночь с субботы на воскресенье, а вот днем также плюс 1. Не сильно изменится погода и в начале следующей недели. Минус 1 днем и около минус 5 ночью. Со вторника начнет холодать и пойдет снег. До 8 градусов ночью и минус 5 днем. В среду днем еще немного похолодает, примерно на 1 градус. А вот ночью ударит легкий мороз до минус 10. По центральным и южным районам. В центральных районах в ближайшие сутки местами небольшой снег. Восток у нас будет без осадков. Температура воздуха ночью минус 1,6, по востоку до минус 15. А дневные составят плюс 4, минус 1. По югу мы ожидаем еще ближайшие сутки без осадков. Ночные составят минус 5-10, а дневные 0 плюс 5. В дальнейшем, в связи с прохождением циклона и холодного фронта, ожидается мокрый снег, переходящий снег, усиление ветра до 13-18 метров в секунду.